Ты рабат, где? И вот здесь, давай, так лучше, все. Так видно? Нет. Я вы. Опять из сварщиков, да? Я футболист. Да. Слишком много вас уже. Крестик еще забыл снять, может был счет. Всяко может случиться, а крещенному человеку без крестика. Давай, Вячеслав, у него столько крестиков с собой, давай. Он собирает и продает попам, наш профессионал. Не несите чушь. Покажи. Ну что, покажи, где он. Это я знаю, что там есть крестик, давай. Нет, другой, другой. От чувака, который ты забыл. Хватит слова. Покажи крестик, не отмазывайся. Ну давай, пару слов скажи. Мы угораем, посмотрим. Ну, я 18 лет. В данном состязании никогда не участвовал. Никогда не дрался? Нет. В школе? По матам. По матам хорошо. На мат. На песке никогда не уступал. Получил большущий опыт, конечно. Эмоциональный всплеск. Получился? Да. Стряхнулся? Да, было, конечно, большое. Перед боем, но потом уже... Все, иди отдохни. Куда сказать нечего. После сегодняшнего вечера ты стал на целую голову выше. И сильнее. Спасибо тебе, что пришел. Иди скажи на карту. Здоровый крепкий парень, классная татуха. Служу. Одноклассник, шумайся. Да. Парень тоже служил. И серия твоих мифов и легенд. Понимаешь? Да. Ну, пару слов скажу. Много парней служили. А тут все служат. Своим родным, близким, знакомым, друзьям. Огромнейшую благодарность выразить организатору этого боя. Хороший выбор, да? Который дали такую возможность выступить. Ну расскажи про татухи, что это за японский иероглиф? Дим по-японски. А какие, китайские? Ты у меня суши-меню, что ли? Что? Что там написано, скажи? По-японски Серега. Серега по-японски? Да, имя. А это тигр или лев? Тигр. Почему тигр на груди? Да. Ну хочется быть тигром. Серега тигр. Ты сражался как тигр, ты бросался в схватку, пытался закончить бой досрочно. Ты Серега тигр. Немножко пошло не так. Или тигренок Серега, как лучше. Ну, выбирай сам. Давай пару приветов. Алинке привет. Алинка, привет. Давай, поздравляю. Давай поаплодируем. Иди к участкам тигра. Уверен, что сегодняшний бой прошел для тебя не зря. Ты расстроился? Есть шанс, своруй ключи и угони тачку. Давай, будь звездой сегодня, расслабься. На парад сквозь ринг и людей. Будет жестко. Тебя, походу, какая-то истерика, что ли? Я угораю. Что ты несешь? Там микрофонов-то нет, это угораю. Илья, мы ждем следующую пару. Белый, давай. Пара ждет нас, давай. Здоровые мужики, давай, Люк, сколько вес? 78. Ты тоже из сварщик, правильно? Из каждой парни, пары парни будут уходить здоровее и здоровее. Из каждой пары выходят только сварщики, если ты заметил. Ну что делать? Это сейчас популярная профессия. Ты работаешь, чем занимаешься? Диетология и подрабатываю в такси. У тебя реклама на экран. Всем привет! Такой рекламы каждый. Всем удачи на этом поединке. Так, друзья, все внимание сюда. Как вам стрелочка? Зачет? А кто привез сюда это мероприятие? Вы дядя знаете? Ваня! Дядя Ваня, в моем лице клуб смешных единоборств РОД. Друзья, слышали про такое? Даже поздоровался, все не успели. Зеку вербуйте в клуб тоже, пускай переезжает. Москва. В Питере устали. Развиваю тему. Клуб РОД находится в Люберцах, друзья, и совсем недалеко. Так что желающих присоединиться к нам, приобрести навыки. Улица Кирова, дом 34. Прошу. Кто переплывет озеро, бесплатно обременят. Те, кто нам понравится, тех мы возьмем в свои дружные ряды. Буры. Друзья, все. Кирова 34. Слава. Клуб РОД. Слава Богу. Спасибо клубу РОД. Переезжай клуб РОД. Обязательно. Я уверен, что сейчас сначала дядя Ваня приедет к нам, посмотрит, что делается у нас, а потом мы переедем к нему. По славу РОДа всем за все. Давайте. Большое спасибо, дядя Ваня. Благодарим ему сегодня здесь. И вообще, все турниры в Москве мы делаем только вместе. Хорошо, парни, на середину. Помним про правила, работаем активно, честно. Боец готов? Боец готов? Зрители готовы? Сразу. Готовится! Израил Барби, кровь Вершин Александра! Диетолог решил! Красиво!
Терпи, 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 белый! Белый ноги сгиб! Газом отжимайся! Да. Стоп! Все! Ну слушай, сегодня едем джиу-джитсу. Едем джиу-джитсу решать, Джек, клади сюда. Присутствие Джеки Калинца, мастера по джиу-джитсу, видать, делает свое дело. Победите! Давай сюда, Перезайте наш шоу-рум, давай. Мы продаем со скидкой 8% Toyota Hilux, давай. Иди заходи. Ну расскажи, диета была хорошая, ты победил? Ну, да. О, что, прикол? Секрет, магия, колдовство. Меня воодушевляет моя муза, супруга. Диана. Она с малышом сейчас, вот, не смогла сбыть. Ну ничего. Но уверен, со мной матушка с братом. Да. А где матушка с братом? А вот они снимают, как раз сидят здесь. Где матушка с братом? Вот брат и матушка, поаплодируйте, парень пришел с семьей. Хороший ход, красавчик. Давай, хорошо. Желаю всем оставаться человеком в любой ситуации. И не обращать внимания на внешние факторы, мы ищем не причины, а возможности в этом мире. Красавчик. Достойные это... слова достойного человека. Аплодируем. Давай дальше. Иди сюда. Ты уже драл второй раз, берешься? Нет, первый. Странно, ты вроде бы хорошо просто похож. Ты был, смотрел, но не дрался. Да. Но вот все твои друзья успели. Да, вот решил выступить тоже. Ну как дела? Ничего, нормально. Буду нарабатывать. Еще, так нормально. Но в чем твоя слабость? Почему ты проиграл, как ты считаешь? Борьба. Борьба не решает? Да, да, да. Ты удар, хороший парень. Что за татуха, скажи? Да, что-то здесь затер. Ну да, был. Что написано? Люда, я тебя люблю? Типа того. Люся? Да, Оля, молодость. Даля, Света, что там было написано? Расскажи. Зло. Ну, давай расскажешь, будет весело. Эмоции это всегда приятно. Это там условие было написано когда-то там. То еще. Есть там на латыни? Да, да. Инвина моритас. Да. Давай, удачи. Поздравляю, давай. Спасибо, что пришел, спасибо, что выступил. Ждем тебя снова. Спасибо. Через год. Через годик-два лучше. Парень подкачается, борцы переберется. Перейдешь супертяжи, да?